Я знаю, что вы оба сольные исполнители. А сегодня на нашем концерте вы поете вместе. Вот как у вас родилась такая идея? Не знаю, мы слушали очень много эту музыку, потому что вот мой любимый исполнитель — это Фредди Меркьюри, а Настя любимый — Монсеррат Кабале. И у нас родилась такая идея, что вот споем песню Фредди Меркьюри и Монсеррат в дуэт и спеть эту замечательную песню. Inspiration. Now my dream is over.